За что были задержаны? За покупку автомобиля в кошельке денег. Кошельке деньгами. Ранее имели такие же случаи? Нет. Денежные средства, как евро, где вы приобрели? В Приднестровье. За 450 евро. Что вы приобрели за эти деньги? Автомобиль марки BMW. Синего цвета на болгарских номерах. Данный автомобиль где находится в настоящее время? В Приднестровье.